Дэна Уайт, Фергюсон травмирован, Нурмагомедов встретится с Холлоуэем 2 апреля 2018 года, 2 часа 45 минут, бокс, ММА. Президент UFC Дэна Уайт посредством официальной страницы в Инстаграме сообщил, что временный чемпион промоушена в легком весе Тони Фергюсон получил травму колена, в связи с чем не сможет принять участие в турнире UFC 223, проведение которого запланировано на 7 апреля. Вместе с тем, крупный турнир по-прежнему будет возглавлять поединок с участием Хабиба Нурмагомедова. Вместо Фергюсона россиянин подерется с чемпионом UFC в полулегком весе Максом Холлоуэем, а на кону этого боя будет стоять титул полноценного чемпиона организации в легком дивизионе. Информация о срыве поединка между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым была также опубликована во всех ведущих средствах массовой информации США, также ее успел прокомментировать и сам Хабиб Нурмагомедов. Вместе с тем стоит добавить, что на момент публикации новости, в США на календаре все еще 1 апреля. Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Дэна Уайта в Инстаграме. Нурмагомедов: Фергюсону, больше не болтай, это научит тебя следить за языком. Источник: чемпионат, сообщить об ошибке, комментарии. 02 апреля 2018 года, 1 апреля 2018 года, 31 марта 2018 года.